еще кисловатая. Два растика у нас, знаете, один и второй. Здесь вот такие вот подгузница. Все уже, видите, пахнет. Все уже, вот и усик. Вот этот вот сухой. Все уже можно в любое время. Она по-своему прекрасна. Ребят, осень. Зеленые краски сменяются на ярко-желто-красные, бледно-зеленые оттенки. Ребят, вот она слышит мой голос. Слушай. Я не знаю, что там снимется. Вот я молчу, и она начинает молчать. Кошка наша. Только слышит, я начинаю разговаривать. И она начинает со мной это болтать. Вот слышите? Это вот бесконечно. Всю дорогу. Вон, видите? Ну все, ребятки, едем на дачу. Она тоже разговаривает с тобой. Она тоже разговаривает, да. Ребятки, ну, привет с дачного общества. Петушок. Ребятки, приехали на дачу. Все хорошо, но по-осеннему уже такая, знаете... атмосфера дачная уже по-осеннему. Ребят, падают яблоки. Собрали вот тазик. Сейчас хочу этот таз перемоем и хочу порезать, будем сушить. А там еще, вон, видите, под яблони сколько яблок. Будем собирать на компоты. Ой, не на компоты, а мама будет закрывать. Она закрывает такой прям чистый сок. Скрутит с них и, вернее, выжимает и закрывает. Очень вкусный сок получается. Такие вот пироги, ребятки. Все поливаем. Ребятки, ну, наконец-то зацвел цветник. Краски, последние краски. Ребятки, последние краски. Пчел просто море. Какие-то бабочки красивые такие. Темно-бордовые летают. И такая, знаете, погода прям стоит. Погода стоит. Да, мысечка? А, моя красавица. Она сегодня тяжелую дорогу перенесла. Жара. Ребятки, жара. Все, бассейн. Уже ничего с ним делать не будем. Уже будем мыть его и убирать. Потому что уже все. Ребятки, последние деньки у нас... До сегодня 3-4, до 7 числа у нас температура будет 30, а там уже, ребятки, все, температура будет падать, мои хорошие. Вот эти цветы, вот, ребят, все лето цветут. Краски, вот видите, бабочки. Собирает тоже какую-то пыльцу. Ребят, все, уже розы приходят в такое состояние. Но уже трогать не буду, уже так бутончики пообрезала. А эти уже пусть все доцветают. Уже все трогать ничего не буду. Конечно, тля поела. Тля прям хорошо поела. Это вот за какие-то 2 недели. Ну, вроде так обработали, но вот видите, что все вот... Как вот они пытались зацвести, и вот их все почикало, розы. Но трогать уже обработали, уже все, будем уже готовить их к зиме. Вот. Хоть немножко освободилась яблоня от веса. От веса. Даже стойка упала, которую ставили вот здесь. У нас была стойка, чтобы поднять ветку. Вот все осыпаются и... Дерево дышит, начинает дышать. Вот такие пироги. Ребятки, это космея. Какая-то декоративная.
тоже зацвела. Все вот в таком уже, ребятки, плане. Уже не так, знаете, когда приезжаешь на дачу и ждешь, вот это цветет, это распускается, это растет, это начинает спеть, это что-то догоняет друг друга, как бы вот все уже в таком. Природа уже отдает свои последние краски, ребятки. Клумбочки яркие, яркие такие, три пятна. А вот такие дела. Все, сейчас будем поливать. Сейчас вот, начали поливать помидоры, полили баклажаны, вот эту часть. Все, потихоньку начинаем поливать. Ребятки, помидор километр. Уже такие, уже снимаем, кушаем, закрываем. В общем, помидоры в этом году просто радуют. Радуют, мои хорошие. Вы помните, я сажала какие-то сибирские. Вот они какие крупные. Прям, я даже не знаю, надо будет взвесить. Очень хороший сорт. Надо будет собрать семена. Сибирские. Вот они какие крупные. Прям, я даже не знаю, надо будет взвесить. Очень хороший сорт. Надо будет собрать семена. Мне понравились. А вот. И вот эти вот желтенькие. Очень вкусные. Они не так сильно ярко-желтые, но прям вкусные, медовые. Сладкие-сладкие, ребятки. Ну, в общем, вот как-то так. Жара стоит уже сколько? Неделю. Ребят, уже не боремся с травой. Уже все, потому что сейчас будут заморозки. Мы будем собирать помидоры. Все оставшиеся. И все, и будем уже готовить грядки на следующий год. И перцы в этом году, ребят. Перцы прям радуют тоже. Там на кусту вот, обломался. Обломался перчик. Прям на кусту их. Вот они такие. Прям их очень много. Много, ребят. Ну, смотрите, прям валятся. Валятся кусты. Мы уже тоже будем собирать, потому что должны быть красные. Но в нашем регионе, чтобы перцы покраснели на кусту, такого не бывает. Ребят, не бывает. Все, уже видите, листва желтая. Все уже приходит, ребятки. Как говорится, лету пришел крындец. Наступила осень. Ребят, ну мы будем с дынями. А, мои хорошие. Будем с дыньками. Подхожу к грядке. Завтра мы с Саньком сорвем дыньку. Еще два арбузика у нас. Знаете, один и второй. А здесь вот такие вот кукурузница. Все уже, видите, пахнет. Все уже, вот и усик. Вот этот вот сухой. Все уже, можно дыньки рвать. А это вот какая-то дынька алтайская. Вот, тоже уже все, видите. Все уже можно срывать и кушать, пробовать. А тут, ребят, грибы у нас выросли каким-то образом. Вот. Так что вот, ребятки, вырастила дыни в этом году с арбузами. Так что буду сажать. Буду сажать, ребятки. Все, картошка уже вся легла. Уже осталась одна трава сверху. Вот, которой ничего не делается. Капуста неплохо завязывается.
В общем, все в таком виде. Огурцы уже, вот эта грядка еще первая плодоносит. А вот эта грядка, которая ранее, тоже еще кое-где. Вот огурчики есть. Огурцов в этом году, ребят, море. Море огурцов. Вот. Клубнику в этом году не срезала. Не срезала. Потому что мне ее надо будет... Не потому что, а просто не срезала, ребятки. Не срезала. В принципе, никакой разницы я не вижу. Первые года не срезала клубнику. Всегда была клубника. И особо не заморачивались. Потом пару лет я... Где-то в середине августа я ее всю срезала. Ну, не вижу я никакого смысла. Никакого смысла в обрезке я не вижу. Может, я не права, не знаю. Вот. Капустка неплохо. Ребятки, я думала, не завяжется. Но еще до морозов. Ее обычно собираем в октябре. Ну так, ребятки, ничего, нормально. Вот. Капуста пойдет. Тут лопнул уже вилок. Надо его сорвать. Иначе его начнут жрать. А цветная капуста вся ушла в этот, в листы. Ну, вот такие дела. Да и эти тыква. Тыква тоже в этом году нормально. Ну, вот тыква всякая разная. Кабачки, ребят. Все, но будем срывать завтра урожай. Сегодня мы поливаем. Тыква всякая разная, ребят. Вот видите, и такая, и вот такая, и вот такая. И вон светленькая. А вон там огромная прям лежит тыква. Ну, тыквы хватит. Будем с тыквой. А это, ребятки, терн. Терн тоже уже пора собирать. Еще кисловатый. Терн обычно собираем, когда на улице будет ноль. И его надо обдать морозом. Вот, он не боится мороза, он наоборот будет более слаще. Пойду туда вон, к сливе пройдусь. Вот, а картошку копать надо, ребят. Все, она уже легла. Легла и уже подсыхает. Вот. Вот такие вот пироги. Вот такие пироги. Летает какая-то мошка кусучая. А я в купальнике хожу. Вот видите, тыква. Какой-то сорт, не знаю. Сажала всякие разные. Так, это у нас слива. Слива, ребятки. Мелкая. Тоже еще кисловатая. Угу. Кисленькая. Еще рановато. Ребят, бруньки. Березовые бруньки, видели? Вот они, березовые бруньки. Вот такая красота. Моя березка начинает желтеть. Она такая красивая осенью. Хотя в любое время она по-своему прекрасна. Такие вот дела, ребятки. Ну все. Все, мои хорошие. Кабачков наспела опять. Ну, не знаю, будем, может быть, морозить. Все, мои хорошие.
Вот, видите, еще колхозница. Но ее уже можно срывать, она прям пахнет. Это которая вот рассеялась с огурцами. Ну все, мои дорогие, не снимаю, там Санек тоже в трусах, мы с ним разделись. Я в купальнике, он в труселях. Огурцы просто прут. Просто прут. Ну все, мои хорошие. Оставайтесь со мной. Что-нибудь я вам еще поснимаю. Ребятки, вот эти вот бархатцы. Прям вообще цвет обалденный. Вот хочу собрать семена. Прям вообще что-то такое кораллово-оранжевый такой цвет, прям яркий-яркий. Очень красивые бархатцы. Ну все, теперь буду собирать свои семена. Целое поле. Целое поле яблок. А еще на дереве километр. Все, ребятки, нарезала я. Целый тазик яблок. Все, надо еще сейчас одну досточку. Все, и пусть это все сушится. Сейчас еще одну досточку сюда поставим, чтобы посвободнее было. И все. Вот такая красота. Наконец-то я увидела, как цветет сальвия. Вот она, ребят. Это все, что я выращивала рассадой. Вот такие пироги. Черемуха так и осыпается. Короче, не знаем, что с ней делать. Бесполезно. Рецепты я не нашла. Настойки мы не ставим. Вот. Но пусть птичкам на радость. Зацвела сентябринка. Ну да, сентябрь. Зацвела сентябринка. Зацвела космея. Наконец-то. А это, ребятки, лаватера. Лаватера и космея тоже низкорослая. Вот такие пироги. Вот такая уже практически осенняя клумбочка. А цветок зацветает. Здесь вот тоже сентябринка тоже будет цвести. И просто километр ос, пчел, шмелей, бабочек. Видать, вот все приходит к концу. И вот все вот эти букашки, таракашки, они наслаждаются красками лета. Такие вот дела, ребятки. Вот такие вот дела. Ну все, мои хорошие, так немножко вам сделала обзор на 3 сентября. Мы на даче, ребятки. На даче. Довольствуемся последним теплом и последними красками уходящего лета.